имеем вот такую конструкцию. Хочу сварить ухи. Щучьи головы уже кинул. И печень щуки. Вот. Вода закипит. И будем дальше варить. Вода закипела. Еще минут 20. А я почищу одну картошину. Ну, кто-то варит без картошки уху, кто-то с картошкой. Я решил с картошкой. Чистим картошку и морковку. Долго вот. Радует музыка не было. Вот. И это. И нарезаем. Я сейчас нарежу крупными кусочками. Вот, прямо морковку и картошку. И закидываем. Голова уже, юшка уже практически сварилась. Вот. Ух, дым какой. Морковку. И улетел кусочек. И засыпаем сюда. Ага. Все, и ждем, когда закипит, и чтобы сварилась картошка с морковкой. Потом дальше будем. Засыпем зелень. И дождемся, когда уже окончательно сварится. Добавлю еще лука. По-хорошему бы одну луковичку целую. Но так как у меня одна здоровая луковица, и надо и на рыбу фолье, и на уху, то я вот отрезал четвертинку. И туда. Слышишь, мы забыли посолить. Ага. Ну какой? Ну ха. Бульончик уже классный. А вот посолить мы забыли. Это хорошо, что я попробовал. И картошинку сейчас попробуем. И картошка уже сварилась. Посолить. Чуть пусть покипит. И добавим зелени. Солонка у меня такая из-под шипучих таблеток. Я думаю, столько соли хватит. Я вчера луку не оспоритал так. Еще чуть-чуть добавим контрольный. Все, хай покипит. И будем снимать. Все, уха уже готова. Снимаем. Вот так она. Добавляем зелени. Зелень я решил не жалеть. Голова щуки глазастой. И закроем на пару минут, пусть подпарится. Так, ну, смотрим, что у нас получается. Такая запах просто обалденный. Вот такая красота. Насыпаем. Такая уха у нас получилась. Запах просто шикарный. Вон. Приятного аппетита. Выбирайтесь на природу и готовьте на костре. Все, всем пока.